не вижу, что его нет. Вижу. Его и здесь нет. Он просто залегнул, видимо. За АФК-ботницу? Кто? Хорошо. МК, значит. Давай. Войт, подискай. Ну, сегодня будет РТ, пока вы, мать его, не научились, блядь, как-то не заниматься, будет РТ. Джанк выбеги. И приготовились, перебежали. Бэтбарема. Дай. Нинер сразу закинь. Рибаф дайте. Да, что ждал. Войд выглядит сам, считай, диспель. Да Войд будет, я все это по диспелю. Во тьме оставаться. Не будет метеора, не перебегаете. Не выходите. Прохильте Вакати сразу же. Видишь, вы сейчас вышли нормально, никто не умер от пива. Я его не бью, внизу. Там половина с противоположной стороны стоит. Правильно. Пусть стоят, это их дело. Сдохнут, минус получат. Хотят, пусть стоят. Не стрель, ну декур, диспел. Женя, смотри, сейчас будет лезвие. Блять. Ну, крути его, Даня. Всё. Миленький, аккуратно. Изморский. Изморский, Дэн, выбеги, пожалуйста, блядь. Изморский, выбеги из Блейда! Да не сюда, из рейда выбеги! Дальше, край самый, беги, беги еще! Лево выбеги тоже. Подвигай босса. Первого стоит. Залей из морский иннер по лову. Эмобой выбеги. Ладно, я сам пойду курчу. Ой, ты тут. Так, наемник закастует гимн на ману. Не собираю же Сенджикс. Ну, сейчас нормально будет. Молодец. Все равно урон получил. Твоя сестра нам Натали выбегает. Когда пойдем? После следующего? После следующего леса. После следующего лезвия сразу избаунд нажмешь. Войд, как сможешь, нажмешь гимн на ману, то лоу полностью без маны. Я имер 5 секунд, я ему дам. Сенджикс, аккуратно. Твоя сестра Натали выбеги снова. Женя, готовься, заходи сюда, избаунд. Выходи. Вышел? Уже, да. Все, заходите.
Блять. Портал, смотри, в тебя летит метеор, Женя, переведи. Понятно, тебя никто не хилит. Беги, малышка, беги! Ой. Ладно. Очень сложно. Очень сложно. Хорошо, давай. Объем падаем, Саш. Бить. Какой объем, блядь? Ну какой объем? Да. Ури, не знаю, я просто. О, давай, бить как долбоёбы. Вторая, третья группа выходит в свет. Стрелля сразу остается в свету. И остается там Сенджикс в свету. Два человека остаются. Потом вторая, третья группа выходит в свет. Пахилам, твоя сестра и Войт остаются во тьме. Стреля, Лол, потом выходишь в свет. Первая, четвертая остается во тьме. Вообще не выходит во тьму, Стрелли. Остаешься вместе с Сенджиксом. Стоите, ждете третья фаза. Начинается третья фаза, ты стоишь просто соло, пропиливаешь танк. Вешается на тебя дебаф, выносишь дебаф, декурщик. Все. Начнется третья фаза, мы тоже выйдем. Я повторять не буду, надо было слушать. Будешь не там, получишь не. Меня уже заебало по 10 раз каждому повторять. Саня, так... Не вторая, третья, а вторая, четвертая. Первая, четвертая во тьме остается, вторая, третья, свет. Так поменяй мне местами с кем-то, чтобы я во тьме оставался бы. Нахуй мне свет выходить. И как во тьме остаешься? Первая, четвертая во тьме остается. Вот. Значит, потом, Женька, все. Иди на полис. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Вор. Перебежали. Друид, то в чем проблема убегать? Оставайся во тьме, Бэтэст. Ты славность выведу. Сам себя снимешь. Не я, что ли. 2% фаза. На пулу и вакате. Стреля Сенджик остаются в свету. Портал не заявить. Мы бой выбили. Печеньку выбегите, Женя, чуть подкручивай босса. Чуть. За печеньком. Милики, аккуратно. Шнурки, Женя, выбеги. Под лицо не заходите к боссу, умрете тоже.
12% выходим. Следующий лезвие приготовьте. После следующих лезвий. Стрелли готовься хилить. Сенджикс готовься босса ловить. Отвернешь от портала босса. Поставишь между порталами. Тестер вынеси. Стоится, кто не готовься ловить, готовься ловить. Приготовились выходить. Выходим. Куда ты можешь между порталами? Я между порталами. Ничего не Ну вот какого-то хера он стоит напротив портала. Я заскринил тебя сейчас, правда. Выйти сверху дамажить? Там 10 тел лежат. Да, выйди один. Сейчас. Выйди и так. Следующий портал выйду. Морские подними. Так, кто там выйдет? Подними, короче, какого-нибудь друида. Лола подними, лол кого-нибудь еще подними. Вся летит шензет. Не видно, что ли, что в тебя летит или что? Сейчас я понял, как будет стан, я встан. Да какой нахуй стан? Чё, падаем, да? Да. А что у вас в свету было? 10 человек сдохли от дыхания, или от метеора, или от чего? Я скинул скрин, поставил, чтобы по бокам было два портала, и потом появился третий, я из него... У нас 5 минут фласки. Похуй, без них бьем этот трай. Похуй, без них. Понял, не ори. Не, спокойно сказал. Так это меня и пугает больше всего, блять. Так а что, ну за два пула минуса надо раздать. Ники, говори. Конечно, всем разжевывать, блядь. Что делать, кто выходит, ты заебешься, ну. Сейчас вот с меня сдохло где-то 3-4 человека от лезвий. Женек, а ты чё вышел? Ну после уола, кто идет там, от лезвий, по-моему, больше. Мне несколько ладона. Короче. Фаска кончилась. Но у кого-то взять. Нет. Без фаски будешь бить. Можешь свою выпить. Я не купил, я забыл. Есть здесь кого-нибудь или мама? Я тебе бы тестер оставил, поменял. Не убирайте мамонта, почините себе. Да не убирай! Ставьте мамонта еще раз. Так ты что можешь к нам из морского кинуть, а себе джанка забрать во свет? Какая разница? Мы не из этого вздыхаем. Не, понятно, да. А чего у вас свету-то было? Дохнут. Красота. Дыхание в портал было очень.
Я. Сэнджик, а ты вот так вот как сейчас танчишь, так и танчил на третьей фазе. Я так и танчил, ну посмотри скрин эти. Тоже ебалом хватило. Чтобы босс не бежал на тебя. Ты можешь сам к боссу бежать, а не он к тебе бежал. Чтоб он по центру стоял. Перебежали. Может, сами будете следить, к кому выбегать или нет? Я сейчас не буду никому говорить, если просто будет со мной сапогом. Долбали. Может, следить будете уже, что-то делать. Зашел, Акати? Зашел, зашел. Буду установить, не будешь принять, полон для меня. Обели, Таня. Вы сами можете следить, еще раз говорю. Под лицо не беги, куда прям в чарт, никто. Смотри, Женя сейчас вот за тебя будет луч. Миленький, аккуратно. Лица. Я завис. Беги, малышка, беги! Не крути так сильно. Приготовьтесь босса ловить. Приготовьтесь выходить 10 секунд, чтобы выйти. 5, блядь. У меня порталы в другом месте показывал. Сейчас точно так же, как в прошлый раз. Да похуй на портал. Джанг, выбеги, я выйду с декуршу. Выбеги еще, Джан! Блять. Че, хвостом застали? Свету, быстрее дай Геру. Тьме дали, найс. Лео. Метеор будет либо в танк, либо в нас. Перебежаем. Дыхание, не отходите. Блять. Ой, бля. Подкрутить чуть-чуть. Твоя сестра. Вот Альделит, Клео, Рога попал. Да, это классик. Измож, где так сурово лезет, блядь, будешь стоять близко под хвостом. Так. Миннер по лоу сам себе забьет. Слишком вперед бежите. Вот опять разбойник, второй раз. Ну, минус получит еще раз. Я же говорю, он бичет, до сих пор не научился. Перебежаем. Тут хай два выбить, я за дикур. Под лицо должен мини. Танк, не видишь, что в тебя метеор летит? Наверное, нет. Хэмки — это смерть сразу. Короче, понятно, проблема в РДДшниках была, ебать. О,
Из Морски. Бэдик, свали нафиг от нас. Ай, минус из Морски. А из Морски, блядь. Ебать, две чешки, это просто пиздец. Это клёво. Это охуенно. Это жёстко. На распыл, блядь. Я тебя, блядь, приеду к тебе. Я мол, сразу поставить за миликовской чешкой. Слушай, вы, мать его, эти чешки не заслужили, блядь. Вот в смысле? За полтора часа ни разу не погиб, ебать. А, красава. А вот РДДшники, блядь, не заслужили. Давай, Ники. Кто там сдыхал? Из Морски, да, Женек. А пока он будет фул ставить, типа? Да, по-любому будет. Шнурки, по-любому фул, да, ставить? Не важно, думаю, подраться. Я себе когда зависаю тоже минута даю, не столь важно. Да я ничего не говорю, я внимаю, говорю. Да чё, зов? Дальше кто? Кто еще? Ники? Я что смотрю? Фокси, Аделит, Клео, Изморский. Вот, кто умер? Фокси, он не умер, но он два раза ловил дыхание. На 7%. Значит, можно тоже минус давать. Оол. Оол умирал. Еще Клео. Лео, да? Да, и Рога, все. Может кто объяснить, как это работает? У меня оба раза два портала, из них никто не вышел, и все вышли просто из них. Так, подожди, по-моему... Порталы меняют расположение каждые 15 секунд, что тебе еще объяснять? Ну, то, что у меня люди выходят из нихуя, а не из портала. Ну так они расположение меняют. Там, где во тьме есть порталы, святую их нет, что тебе непонятно? Потому что люди выходят, а портала нету. Там, где во тьме есть, там святу нет. Понимаешь? Понял. Ну вот и все. А как мне тогда ставить на порталы? Так, как он стоит изначально. Так, как он стоит изначально. И... Мне сказали просто ставить между порталов. Я поставил. Ну, ничего страшного. Сань, можешь чешку кинуть? Просто бежать уже прям. Пока не могу. Кто еще ники такие? Рога. Все. Святу я не знаю, кто там умирал. ДКшник, если интересно, у меня на ютубе есть, посмотришь видос. Фокси. Я видел, но я просто вот не понял эту хуйню с порталами немного. Но сейчас уже... Ну, там буквально, если не хп баф мой, типа он бы умер точно. 7% как раз. С порталами не парься, там слишком долго рассказывают. Просто в обычном мире с этой так порталы стоят, а в темном по-другому, да, правильно? Да, да. Крест-накрест. Поняли? 200, мы даже полтинник не заработали, блядь. Я вообще не давал. Ебать. О. 3К. Давай, Женек, сразу по-нормальному, это ж... Любом вдвоем мы сейчас будем играть с тобой. У тебя и так зов есть, не души. Это ты меня душишь. Да у тебя зов и это. Дай мне приговор поменять. Ну, ГЦ АПК. Да забираем, короче. 12 АПК. Раз, два, три. Ебать, дешевле нахуй, чем это мне обошлась, блядь. Печенька. А чё мне душить тебя, блядь? ЕП снял, блядь, а триньку не дает. Ну, теперь вечное пламя можно нахуй выкинуть. Дальше. Еще одна чешка. Джанги, блядь, десятки. 12500, ой, только зачем она тебе? Ну, это ладно, сам же. Раз... 12535, да. 13. Минимальная ставка же 100 ЕП. То есть 12500 сейчас нет? Он то есть просто лабан пошел. Он просто лабан пошел. Он просто себе поставил свои ЕП. Ну это же не по правилам. Он мог. По правилам, если у него больше нет ЕП, он этот мог просто поставить 12550 и забрал бы. Все. Он поставил 13. Захотел поставить 13 человек. Мог поставил. Раз, два... Три, кидай обмен. Все, всем спасибо, всем пока. Давай. Этот Гульмагиш же сейчас, да? Блять.
Сейчас я хороший, чисто давай десяточку дадим, блядь. Бля, она вообще лучшая астрономия. Женек первый поставил. Да я вижу, я ж молчу, да. Два, три, кидай обмен, Женек. Не знаю, хуже, не хуже. Ну, узнаем, нахуй. Да не, она нормально, Женек, забирай. Она потом под хэмку, если не апнут наши шеи, нахуй, их можно уже выкидывать. Так их не апнут, они на их два. Нахуй их можно выкинуть. В хэмки уже лучше пойдут, и это будет лучше. Так, теперь... Перейдемся нахуй. Не идемся нахуй, заходим. Решка, иди сюда.